Мы с вами продолжаем экзогетический обзор книг Ветхого Завета. Прошлая лекция была завершением рассмотрения пророков и пророческих книг, созданных в первый период ветхозаветного профетизма. И сегодня мы будем говорить о втором периоде ветхозаветного профетизма, то есть служения пророков, того периода, который начался падением царства Израильского, то есть Северного царства, падение столицы Израиля, Самарии, и уничтожение этого государства, уведение в плен его лучших людей, оно закончила тот особый период жизни Ветхозаветной Церкви, который совпал и с первым периодом служения пророков, самым известным и великим из которых был пророк Исаия. Начался второй период ветхозаветного профетизма падением этого северного царства и закончился падением царства иудейского разрушением Иерусалима и началом вавилонского плена. В этот период пророчествовали несколько пророков. Один из них – это великий пророк Иеремия. При том мы будем рассматривать так называемый корпус Иеремии, не только книга его пророчеств, а в этот корпус Иеремии входит также плач Иеремии, написанный на падение Иерусалима, неканонический текст послания Иеремии, а также книгу пророка, пророка Варуха, которая обычно включает в этот корпус книг Иеремии. Кроме того, в это время жили и пророчествовали пророки Сафония, Наум и Аввакум. Именно в таком хронологическом порядке, поскольку в библейском тексте стоят они несколько иначе – Наум, Аввакум и Сафония. Но Сафония хронологически был раньше. Это пророк-обличитель, и он, по сути дела, отразил основные черты пророчеств и пророческого служения этого второго периода ветхозаветного профетизма. В первую очередь, обличение ветхозаветной церкви, обличение служители Ветхозаветной Церкви обличение чад Ветхозаветной Церкви за отступление от Бога Израилева и уже точное указание на то, что все будет разрушено. Более того, у этих пророков мы видим, что описание падения Иерусалима также имеет и второй эсхатологический план оно для них является образом уничтожения и этого мира. Поскольку еще у пророков первого периода было э, оптимистическое обозрение на общее будущее. Мы видим, как Исаия говорит, да, вы нечестивы, но Господь, вас наказав, помилует, и новый Иерусалим начнется еще здесь, на земле, и будет прославлен. Пророки второго периода, когда уже пало царство израильское, когда было близко к падению царства иудейское, и никто, тем не менее, не раскаивался, разве что за исключением некоторых людей, разве что за исключением особых ревнителей благочестия. А в основном народ отступал, и даже когда цари были праведные, то тайком где-то совершал языческие культы. И поэтому их взгляд на будущее пессимистичен. Они говорят не только о разрушении Иерусалима, но и о том, что этот мир, погрязший во грехе, рано или поздно будет уничтожен. Итак, первый из пророков второго периода ветхозаветного профетизма, Сафония, Цфаниягу, тайнозрителем его еще, мы таким образом можем назвать, он видит особые тайны Божьи. И он начинает свою книгу, она очень коротенькая, при том мы должны помнить, что пророки в большинстве случаев не сидели, не записывали свои слова. Они их возглашали, а потом члены этих пророческих школ записывали все сказанное. И поэтому начинается книга словами, очевидно, этого боговдохновенного фиксатора. Кодификатора слов пророческих. Он говорит Слово Господне, которое было к Сафонии сыну Хусии, сыну Гадолии, сыну Марии, сыну Языки, в одни Иосии, сына Амонова, царя иудейского. Говорится о том, кто был по происхождению этот пророк. А современники сразу понимали, из какого он был рода, соответственно, где родился, где жили его предки, и указывает время. В одни Иосии, царя Иосии, помним, был такой праведный царь, но именно в его время пророк произносит эти обличительные слова. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь, истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских». То есть пророк говорит о том, что будет уничтожено все творение Божие. Он как раз пользуется словами, известными из пятикнижия о творении мира. И соблазны вместе с нечестивыми. То есть это не просто уничтожение творения, но и уничтожение того, что стало причиной искажения этого творения. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь. То есть здесь перекличка с книгой Бытия, с рассказом о праведном Ное, когда Господь говорит, что теперь я не наведу потоп на землю, и не прекратятся зной и жатва. Но перед тем, как дать такое благословение, Господь и заключил завет с Ноем, со всем человечеством. И если остальные пророки и пророки первого периода говорят об отступлении народа Израилева и, соответственно, разрушении Иерусалима и земли израильской, то здесь говорится об уничтожении всего мира, и поэтому говорится о нечести не Израиля, не отступления от закона Моисеева, о развращении всего человечества, отступление от тех заветов, которые были заключены Богом со, со спасенным человечеством. Иногда называют их так называемые законы Ноевы или, как в светской речи принято называть, общечеловеческие нравственные требования. И пророк говорит, о том, что соблазны постигнут всю землю, и поэтому все, что было создано, будет истреблено. Народ, то есть весь народ земли, не только народы Израилев, не соблюли эти законы, и поэтому Бог свободен от своей клятвы, и Он уничтожит этот мир. Но начнется суд с Дома Божия, как мы знаем из другого пророка, и простру руку мы на иудею, на жителей Иерусалима, и истреблю с места сего остатки Ваала. Ведь во времена Иосии еще были языческие служения, тайные. он говорит о них. Он говорит о том, что начнется суд с Дома Божия, но когда-то уничтожит все. И тех, которые на крови поклоняют, на кровлях поклоняются воинству небесному. И тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся Царем своих, и те, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о Нем, то и все отступники различных видов, и прямые язычники, поклоняющиеся ваалам, и те, которые вроде бы и клянутся Господом, но также и преданные каким-то суеверием, почитанием небесных светил, и тех, которые просто не соблюдали закон, то есть людей аморальных, которые, может, и верили единому Богу, и служили только Ему, но не соблюдали закон, то есть были людьми аморальными. Всех он их истребит. Это будет началом грядущего истребления, как сказано, все, всего с лица земли, и людей, и животных, и рыб, и птиц. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревнования его будет пожарна вся эта земля. Ибо истребление, и притом внезапное совершито над всеми жителями земли. Притом здесь пророк не говорит именно этой земли, святой земли. Говорит о всех людях и о всей земле. Притом он говорит, что не спасет их ни золото, ни серебро. Нам кажется, что как-то примитивно думать, что человек может считать, будто его богатство могут его спасти на страшном суде Божьем. Однако с точки зрения внутренней психологии человека часто так бывает, потому что человек знатный, достигший какого-то положения в обществе, какого-то материального благосостояния, он настолько привык к тому, что все говорят о нем хорошо, что он сам начинает думать, что он хороший человек. Это часто бывает с людьми. И поэтому он и погибнуть может, потому что не замечает того, какой он нечестивый на самом деле. И вот это золото его и серебро, это не просто какие-то накопления, которыми он может откупиться на суде Божьем, думать, что так можно сделать. А это то его богатство и положение, которое заставляет его думать, что он хороший. Потому что никто не говорит о нем плохо, даже если думает плохо. А о таких людях чаще всего и говорят, и думают между собой плохо. А человек обманывает сам себя, но пророк говорит, пусть не обманывается. Не поможет ему все это богатство, потому что на страшном суде Божьем человек будет испытан таким, каким он есть, а не таким, как ему, его подчиненные, его соседи, окружающие и даже близкие говорят. И пророк говорит, что это произойдет со всеми людьми земли. И судиться они будут по тому, насколько они нравственными были людьми. Предупреждает о том, чтобы люди думали, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней в защите Господа. И дальше... Пророк обращается уже к Иерусалиму, который, как город великого царя, как средоточие завета Божия с его народом, первый же и будет испытан, и говорит горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю. В книге пророка Софонии, и дальше, в третьей главе, есть и две паремии по сути дела это одно большое чтение перемежающееся между собой чтение в вербное воскресенье и в великую субботу то есть все что связано с эсхатологическими временами что связано одновременно и с пришествием христовым то есть началом существования земной новозаветной церкви и началом существования небесной церкви господней Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения. Ибо мной определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожарно будет вся земля. Насколько отличаются слова пророка Сафония от речей прежних пророков? Не только обличительным характером, не только пессимистическим взглядом на все будущее, что люди не исправятся, но и, скажем так, глобальным видением всего человечества. Он говорит, да, суд Божий начнется с Иерусалима, с народа Божия, но все народы, все цари земли, все будут призваны дать ответ. Если они не заключили этот закон на Синае, как ветхозаветная церковь Божия, это не избавляет их от ответственности за тот завет, который заключило все человечество, и с которым все, со всем человечеством Бог заключил этот завет после потопа Ноева. «Тогда опять я дам народам уста чистые». То есть это о мессианских временах. Вроде бы говорит о всеобщем, всеобщем уничтожении, а не только наказании Ветхозаветной Церкви но также говорит и о всеобщем восстановлении. Соответственно, если вся земля будет уничтожена, то он точно так же, как пророк Исаия, говорит о новом небе и новой земле. «Дам народам уста чистые, чтобы призывали имя Господа и служили Ему единодушно». И дальше перечисляет различные народы древности и говорит, что и они будут служить Господу тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя. Помним описание в Откровении Анна Богослова о Боге, постоянно присутствующем в этом новом Иерусалиме, в том солнце этого небесного града. Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радости, будет милостив и полон в любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Этими радостными словами заканчивается книга пророка Сафония. Итак, мы ее рассмотрим, видим, о чем он говорит о том, что не только народ Израиля, но и все народы земли будут судимы в результате этого суда все будет уничтожено на земле, но те, кто прибегнет к Богу, они будут участвовать с ним в жизни на новой земле под новым небом. Хронологически следующая книга ⁇ это книга пророка Наума, но она несколько иного характера. Если и пророк Исаия, и Сафония говорят некие глобальные вещи о будущем всего человечества, о будущем Ветхозаветной Церкви, Новозаветной Церкви, то пророк Наум, его служение становится понятным даже по его имени. Мы не знаем его личного имени. Наум – это так же, как и имена многих малых пророков – это прозвище это некие и характеристики, которые им люди давали. Сафония, тайнозритель, Авди, раб Божий, Малахия, посланник Божий и Наум Утешитель. Он утешал народ что тем, что притеснявшие их будут уничтожены, а они будут освобождены. Это книга и это пророчество, оно небольшая книга содержит самое важное пророчество, которое исполнилось при жизни еще ветхозаветного человечества. Исполнилось оно, и тем самым показалось, что пророки, они бывают от Бога говорят такие вещи, которые человек не может просто в своем уме естественным представить, что так может быть. Но это исполняется, потому что это слово Господне. Ведь мы часто, прожив жизнь, пытаемся вспомнить, можно ли было бы лет 20, 30, 40 назад предположить, что так, пойдет, так пойдут события. Никогда. А бывали пророки, предупреждали, и древних людей предупреждали о том, что будет все идти таким вот образом, потому что люди предполагают, а Бог располагает и жизнью этих людей, и мировой истории. Итак, о чем говорит пророк Наум? Пророчество о Ниневии, книга Наума Элкосиянина. Элкосиянин Элькоши, это он из, этого, из города э и слова его записывал какой-то э из членов этих пророческих школ. Записывал следующие слова. «Господь есть Бог ревнитель и мститель». Мститель Господь и страшен в гневе, мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Мы это слышали и в других пророках. Но что же интересно он говорит? Но он, он в первую очередь говорит как потом стало понятно, о Ниневии, он говорит, пророчество о Ниневии. Та, э, Ниневия – это столица ассирийского государства, которое уже увело в плен многих жителей Северного царства. Ассирияне разрушили э, все государство Израилево. И более того, они э, сделали своими вассалами подданными и царство иудейское. И от этого страдали люди Иерусалима и Иудейского царства. А Наум же говорит, все потопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Все потопляющим наводнением. С одной стороны, он говорит о погибели Ниневии. Кто мог тогда предположить, что великий город, властитель Многих соседних стран может пасть. Это было невероятно. Как и в истории повторялось, как подданные великих государств накануне их падения не могли даже предположить, что такое может произойти. Они были уверены в вечности, или, по крайней мере, долговечности их стран. Но пророчество еще в другом. Он говорит о всепотопляющем потопе. Потому что, как нам известно, Ниневию взять прямым ударом или осадой не смогли персы. Не смогли они это и сделать и соседние народы, медяне. Но при общей осаде что было сделано? Воды реки Ефрат, на которой стояла Ниневия, были отведены в сторону – Притом направлены на стены города. А город ведь строился, как и все здания, из необожженного кирпича. Если устранение стране проливных дождей, то нет нужды в столь долгом процессе обжига кирпичей, кроме самых важных зданий. Стена обрушивается. Да, она уже не такая маленькая, но она уже не оборонительное сооружение. Кроме того, в войска входят через русло реки, которое оказалось теперь сухим. Действительно, это произошло, и когда это произошло, люди вспомнили о пророке Науме который говорит, вот падет Ниневия. Ну, как она пойдет? Ну, ты что, не видишь? Сильнее нет страны. Они всех держат. Они даже Египет сверхдержаву, которая тысячами лет была перед глазами израильтян и ее смогли победить. Ну как падет Ниневия? А он говорит, все потопляющим потоплением. И так оно и есть, так оно и происходит. И люди вспоминают это и понимают, что это Слово Господне. Так говорит Господь. Очевидно, возражали ему слушатели новому. Говорят, ну как такое может быть? Так говорит Господь. Хотя они безопасны и многочисленны, а это был огромный город. Описывали его современники, что того, такого города не знало э, вообще человечество до этого времени. Хотя они безопасны, многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать, говорит он, обращаясь к народу иудейскому. И дальше все оставшиеся слова пророка э, обращены к народу израильскому, но опять его мысль возвращается к падению Ниневии. Очевидно, его спрашивали, ну как же так? А каким, каким это наводнением? Что это может произойти? И он э, передает слова Господни, речные ворота отворяются, и дворец разрушается. То, что действительно произошло через несколько десятилетий. Решено, она будет обнажена, Неневея, имеется в виду и отведена в плен. Ниневия со времени существования своего была как пруд полной водой, а они бегут. То есть он здесь хоть в некоторых словах, насколько ему было дано от Бога, объясняет, как же все это произойдет. И где теперь логовище львов? Ассирия была действительно завоевательной империей, в отличие Допустим, от Вавилонской империи, от Персидской и дальнейших, они ведь не создавали государства в нашем понимании. Они просто грабили всех тех, которых они подчинили, привозили людей в рабство, вывозили все, что могли захватить. И даже если контролировали эти территории, то не для того, чтобы люди там жили и платили, пусть даже своим оккупантам, но какие-то налоги и подать. Нет, они просто все грабили, все, что можно было взять. И пророк сравнивает ее со львом, который выходит и убивает добычу. И где теперь логовище львов? Где пастбище, по которому ходил лев? Лев, похищающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих. Вот, я на тебя, говорит Господь Савов, и сожгу в дым колесницы твоей. А сирийцы были, их войско сильно колесницами, потому что для древнего мира колесница это было сверхоружие. Ему не могли противостоять ни пешие, ни конное, поскольку сила колесничника, она превосходила их многократно. «И меч поживет львенков твоих, и истреблю с земли добычи твою, и не будет более слышим голос послов твоих». Послы Ассирийцы это не были в нашем понимании просто послы, которые приходили и обменивались какими-то важными сведениями или договорами о своем государстве с соседними. Послы приходили диктовать волю, они приходили и говорили, вот есть условия, по которым вы можете сдаться. Если этого не будет, мы сейчас придем, вас просто всех перебьем и отнимем силой, тогда уже все. Но он говорит, что и не будет, более слышим голос послов твоих. Горе городу кровей. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. И дальше добавляет. А будет, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет, разорена не неве, Кто пожалеет о ней? И действительно, вот интересно, что в XVIII веке, когда возникла эта традиция критического чтения Писания. Многие крайние критики текста Ветхого Завета говорили, что ну вот смотрите, вот о какой-то не пишут о какой-то Ниневии. Да, мы знаем о ней упоминания. Но нет у нас ни развалин, ничего. Нету ни такого города. Очевидно, был какой-то городок, а иудеи просто были и так маленьким народцем. Они боялись. И поэтому и все эти пророчества об разрушениях, о смытии водой, этого города очевидно это все какие-то поздние придумки Неве было найдено значительно позже и найдено позже почему потому что это было такое разрушение что больше она не смогла восстановиться и найдена была именно такой как мы знаем ее со слов пророков но и он переселен пошел в плен даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, и ознатых его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями, то есть то, что в действительности произошло с Ассирией. Эти слова пророка Наума открывали будущее и еще раз подтверждали необратимость сказанных пророчеств. О дальнейш... На дальнейших лекциях мы поговорим и об остальных пророках второго периода Ветхозаветного профетизма.